Всем привет, ребята! Подписывайтесь на мой канал. Сегодня мы будем делать свечи из кокоса. Вот как все выглядит. И тут все. Сразу инструкция. Косик. Это воск для свечей. Еще один воск вот. Тут даже шоколадка была. Вот палочка и какие-то... А вот это вот фитили для огня, а это просто палка, наверное, чтобы мешать. Аромамасло. Еще тут вот такие вот посыпочки. Две. Значит, будем делать две свечи. И больше тут ничего нету. У меня все готово. Теперь мы прикрепляем фитиль в кокос. Так. Этот будет вот тут. Второй фитиль. Так. Вот. Я сделала. Я поставила фитиль в кокос. Мы растопили воск в микроволновке. Вот. И вот две коробочки. В первый запах мы добавляем слива и сахара. Как вкусно пахнет. Ого. Во вторую баночку мы добавляем кашемира. Оп. Тоже вкусно пахнет очень. Так, теперь надо это все перемешать. Вот этой палочкой. Я вам уже показывала ее в начале. Теперь нам надо воск добавить в кокосы. Полностью ее надо добавить. И во второй кокос. Все. Теперь я добавляю вот эти листики в мою свечку и хочу посмотреть и выбрать, какие тут самые лучшие листики. Так, я теперь выбираю самые лучшие листики. Мне нравится вот этот желтый, был уже его кокосик. Главное не попасть на эту скрепку. Тут вот этот вот прикольный. Нам нельзя заехать на вот в эту вот скрепочку, чтобы листики не загорелись. Так, украшаем сначала одну свечку. Чуть-чуть еще. Вот, теперь переходим ко второй свечке. Поближе эту подальше. Так, где-нибудь вот. Вот сюда. Вот сюда вот. Желтый. Уплывай. Теперь вот такая во вторую. Все, теперь ждем, пока мой воск, свечки высохнут. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, всем пока-пока.